Всем привет, с вами Филипп. И Макс. И мы играем в Survive Sweep. Хоррор игру. Я уже одну серию сделал. Только когда я один играл. Вот, возьмем радио, как всегда, как и в той части. Брали. Опять машинки. Мы перевернулись. И почему на ней это все? Я такой вижу, ты сейчас уже страшно тебе. Так тихо говоришь, а откуда? Там сторожка листка нам помогут. Так я не понял, что это за надпись. А в церковь тут тоже можно зайти, да? Да, по начальной заставке там церковь. Я сказал, что да, что там есть церковь, но зайти нет. Там ни в какие дома не заходить. Так, это только не шалуни. Радио. Будь нормальное радио. Так, не буду читать, фигня. Пойдем налево. Барона сраная. Блин, он где-то рядом. Кто? Скелет? Смотри, как шалует. А. Скелет? Блять, я лучше пойду отсюда. Никто. Не знаю, я его не вижу. Беги. Я хочу посмотреть, кто это. Сучка. Ты никого не вижу. Скелет выглядит немножко белым, чтобы его заметить. Ну идешь ты к ним, давай убегай. Вернись. Это не тут. Это где-то вон там. Ну не могу туда идти. Ну я не иду туда, я иду боком. Налево смотрю. Ладно, похуй, как-то очень страшно стало. Мы побежим в эту сторону. Цветочки. Да насрать, на цветы беги давай. Максим, если чё, ты тоже бы выдохся. А, у тебя бы открылось второе дыхание, да? А ты чё, выдохнуться можно? Да, блядь. Опять у нас шалунит этот радио, надо быстро бежать белку. Там что-то стоял. Может, за кустом было? Где тебе, короче? Белое там было. Вот это что? Не, вот круг. Вот ты сейчас опять полюбасу, как в той серии, когда в первую Максим показал даже. А, нет, не показывал, я рассказывал. Что если я выйду, сейчас опять от телка выйду, да? Нихуя, блядь, я уже испугался. Так, куда лучше? Хоть сюда. А, нет, мы отсюда пришли, но мы проверим тут какая-то записка. Шоу нет тут. Так, бери записку, чертову бери записку, вот. Его читать, похуй. Неинтересная записка. Блять, говно. Иди. Увидел, Максим? Как это страшно. Блин. Вот это было обосраться. Вот. Вспомнишь говно, вот оно. Блин, на сердце. А моё? Ну как ты? Дай не буду выиграть. Будем. Как-то интересно играть. Значит, не знал, что она так появится. В той серии я не так прям пугался. Вот тут прям неожиданно. Я так и знал, что она в той серии, как из круга выйдешь, она может появиться. Ну, блядь, сейчас прям беспалевно появилась. Блядь. Филипп сейчас снимать с нас. С новыми монстрами познакомят. Как, например, скелет, который в предыдущей серии тоже был. А гиганта тут нету еще. Не видно. Он может на тебя напрыгнуть, этот гигант, либо догонять тебя. А как на тебя напрыгивать будет, это как ты знаешь? Я в курсе. Он там появится и потом вверх поднимется. Взлетит, ты можешь на тебя. Иди, иди отсюда. О, записка. Блять, срать на записку, там что-то было. Я знаю.
Записка нужна, Максим. Сейчас мы прочитаем ее. Нам нужна записка, Максим, прочитать. Мы так не узнаем, где эти вещи находятся. Тебе не хватает, брат. Это было как менять на следующее. Хули, как менять на следующее? А, блин. Я же не знаю, как менять на следующее. Ладно, похуй, пожалуйста. Тёма, сейчас ты тоже поиграешь. Ну что, страшно, блин, я уже повторял, блин. Блин, у меня даже, блядь, где он? Кто где? Где-то тут шалунишка, кто хочет меня убить? Он опять где-то справа, либо слева. Хуй поймешь. Выходи, скотина, мы знаем, что тут тут. Так. Я бы лучше оставался в машине до утра. Или в кругу бы стоял. Стой, вон он. Вон он. Видишь? Глаза, да-да-да, справа следи. Справа, вон он. Ах ты ж говно. Уки-пуки, фу, сейчас уже. Давай уже. Так. Беспалевную мудин. Все-таки заметил. В круг, в круг. Пойду в круг, пойду в круг. В круг, в круг, в круг, плевать. Все, бегай в круг. Очень страшно, блин. Блять, играет, а невозможно. Девчонка была. Че, выйдем из круга, иначе он появится. Вниз буду смотреть. Блять, сука. О. Я знал. Я знал. Фу, там еще плюс кто-то пробежал. Ой. Все, я не могу это играть, так что, скелет, иди сюда. Лучше убей меня. Убейте, кто не меня не будет. Мне эта девка надоела, она меня очень пугает, чем вы. Как раз я с вами познакомлюсь. Ну где вы? Хоть один. Надо в лес зайти. Там у них точно есть. Не надо в лес. Играй, лес. Трус. Я не хочу играть, Максим. А я, думаешь, хочу. Блять, кто? Вон он. Гигант? Да-да-да-да-да, ну давай иди сюда. Убей меня. Сука, я как раз с тобой познакомлюсь. Какой ты красивый. О, это было страшно, очень страшно. Да. До скорых встреч. Очень. Я так замолчал очень. У меня сердце сейчас болит. Ой, как ж плохо, всем пока. Друзья.